Приветствую всех, кто смотрит данный видеокурс под названием «Новая технология для привлечения уверенности, любви и денег без тренеров и коучей в новом формате». Как вы сами понимаете, новые технологии очень часто бывают хорошо забытыми старыми технологиями. И в нашем случае это, конечно, немножко не совсем так, но много о том, что я буду сегодня говорить, вы наверняка уже где-то слышали, где-то как-то, может быть, касались данной темы. Ну и как часто случается, мы все много чего знаем, слышим, видим, но, как правило, редко, когда делаем практические действия. Поэтому в данном видеокурсе я вам расскажу свою точку зрения на то, как и почему мы получаем что-либо в жизни и как все-таки прийти к тому, чтобы получить то, чего мы хотим. Кратко расскажу о себе. Я в данный момент являюсь частным предпринимателем, занимаясь тем, что мне нравится, и получая за это деньги. Ранее я оставил работу с достаточно хорошей зарплатой, которая в свое время достаточно так страстно стремился. Данный уровень зарплаты сейчас, в принципе, недостижим для многих моих знакомых. Но и тем не менее, я забросил данную работу и сейчас живу новой жизнью. В свое время у меня произошли достаточно серьезные перемены в личной жизни. И сейчас я вижу, знаю, понимаю, почему и как это все было. И как можно было это все сделать легче. В данный момент моя личная жизнь наладилась. Живу счастливой, новой, прекрасной жизнью. С новой женщиной, моей любимой супругой. Вот. Ну, это так, к слову. Далее. Тема первого видео, первого занятия, урока, ну какого вы можете его назвать, звучит следующим образом. Почему от знания того, что знают все, легче становится только единицам? Давайте сделаем так, чтобы было понятнее, что же знают все, взглянем вот на этот слайд. Как мы здесь видим, вверху у нас как в картах, да? Как было, как есть, как будет. Как было? Это то, что знает каждый про себя лучше всех. И это знание является, в принципе, самым бесполезным знанием, которое вообще вот у нас на данный момент есть. Потому что то, что было, его никак не изменит. Ну, да, это какой-то некий опыт, но и тем не менее. Прошлое, оно есть прошлое, оно ушло. Далее, то, как есть, и то, как будет. Смотрите, все знают, как было, да? Как правило, все почти понимают то, как есть. И мало кто представляет, как же оно может быть и к чему идти. Так вот, знание своего прошлого и, самое главное, осознание, понимание того, что есть у вас в данный момент, является ключевым моментом для того, чтобы понять, как попасть. То есть вообще важный момент для того, чтобы понять, как же все может быть, куда мы хотим прийти, чего мы хотим достичь. Поэтому, как есть и как будет, это две наши такие целевые точки, ну, два пункта в нашем пути движения к нашим целям, к нашим желаниям, ну, вообще, любого нашего жизненного пути. Как вы знаете, каждый путь состоит у нас из начальной и конечной точки. Это понятно. Кратчайшее расстояние между двумя точками. Это прямая. Но есть еще не очень короткий путь, как вы видите вот на этом слайде. Так вот, те люди, которые осознают и понимают свою исходную отправную точку, как есть, и которые четко представляют свою конечную точку, куда же они хотят попасть, вот эти люди являются вот этими единицами, которым становится легче, которые проходят из вот этой точки сейчас, здесь, в точку, где вот вы хотите быть. То есть из такого просто кружочка в такую яркую, шикарную звезду. Таким прямым путем, мощной стрелой, так называют, так сказать. Вот. Если вы не понимаете, где вы есть, а на самом деле для многих, там, где многие считают, что они знают, как у них сейчас есть, на самом деле далеко не так, все просто. Вот. Так вот, тот, кто осознает, реально понимает, где он есть,
А, ну, кадешь, то есть он оказывается вот здесь, так? Тот, кто не осознает, где он есть, а только думает, что он знает, где он есть, тот рано или поздно, вот этими вот окольными путями, не гонимый ветром, не, как бы так, ведомый течением всякими различными, в общем, ведомой толпой, окажется в еще более такой мелкой точке, более тесной, менее комфортной, где жизнь будет менее приятной, более тяжелой. Ну, потому что человек жил свою жизнь так, как жил, изо дня в день делал одно и то же, и в конце концов на него оказывает давление извне, в рекламы, прессы, соседей, родственников. Ну, в общем, человека задавили, он оказался в этой точке. Мы, я надеюсь, вы не хотите оказаться вот в этой маленькой точечке. Вот. Я надеюсь, вы хотите оказаться вот в этой большой, яркой звезде. Блистать, так сказать, хотите. Для этого вы должны стать тем человеком, которому от знания того, где он есть, становится легче. Как я говорил уже, не все люди осознают и понимают то, где они есть. Многим кажется, что они знают, где они находятся в данный момент. Но скажу вам так, как очень часто это все иллюзия. Знание того, что у вас вот сейчас что-то там вот есть. Например, вы считаете, что да, у меня сейчас есть классная работа. Да, вот ваша сейчас, так, шикарная работа, все, и вы, скорее всего, даже уверены, что это ваше там, будущее, да, это работа. Ну, на самом деле, это все глупости и ерунда, потому что, работая на дядю, вы никогда не можете быть уверены в том, что эта работа будет у вас долго. Сегодня вы работаете, завтра вас уволили, это может произойти в любой момент. Я для себя эту иллюзию у себя искоренил достаточно быстро. Вот, когда понял, что то предприятие, куда я попал работать на хорошую зарплату, что это то предприятие, в общем-то, что, кроме денег, там больше ничего душу не грело. Вот, работа была тошнотная, атмосфера в коллективе еще хуже затравленная, поэтому те деньги, удовольствие, радости в жизни давали, в общем-то, постольку поскольку. Вот. Такого накаламбурил, аж самому интересно. Ну да ладно, идем дальше. Надеюсь, далее будет понятно, почему и как я рассказываю о том или ином явлении, событии, понимании. Ну, во всяком случае, мне так оно кажется будет логичным, и надеюсь, вы вскоре тоже все увидите, все поймете. Почему именно так? Если вам в какой-то момент покажется, что материал, о котором я вам рассказываю, достаточно скучный, достаточно банальный, неинтересный, избитый, заложенный, можете смело выключать данное видео и больше его не смотреть. Ну, скорее всего, у вас и так всю жизнь нехорошо, или вы человек, которому, в общем-то, абсолютно наплевать на свою жизнь, и который не способен воспринимать никакой новой информации, ну, даже попытаться. Поэтому принимайте сейчас решение, ну, не сейчас, по ходу, вы его всегда сможете принять. Повторю, если вдруг станет неинтересно, не тратьте свое время, сходите просто за пивом, посидите с пацанами во дворе, ну, там, или насыпьтесь в миску семечек в море и смотрите какой-нибудь сериал слезный, сопеливый. В любом случае, ваша жизнь – это ваш выбор. Прожить вашу жизнь предстоит вам самим лично. Вот, это так, присказка была еще одна. Далее, в данном курсе, ну, сами понимаете, то есть волшебных таблеток не бывает, и в данном видеокурсе вы ее тоже не найдете, потому что ну, волшебные пилюли бывают только в фильме про Матрицу, в сказках народных, про Емелю там и печь, и щуку, вот, Нео со своей Матрицей, ну, понятно. Это такое опять было вступление немножко лирики. Далее. Продолжим. Что же нам необходимо для того, чтобы из того, где мы находимся сейчас, оказаться там, где мы хотим быть? Прежде всего, нужно, в общем-то, определиться как можно конкретнее и четче, что же вы в данный момент в своей жизни имеете. Потому что, когда вы осознаете причины, для чего вам нужно движение, для чего вам нужны перемены, вы тогда их сможете делать. Если же вы не осознаете необходимости каких-либо перемен в вашей жизни, ну, скорее всего, у вас не будет никакого мотива, и вы ничего не сможете в своей жизни изменить. Потому что вас хватит там буквально на 1-2 каких-то таких простеньких шага, потом у вас станет лень. В общем, вы на все забросите, и все будет катиться в вашей жизни, как и раньше. Вот. Так вот, чтобы идти, нужно знать направление, это раз, и причины, зачем вам это нужно. Как видите, вот ниже надпись есть, что так трудно сделать первый шаг, когда не понимаешь зачем. И так легко делать тысячи шагов, если точно знаешь, для чего они тебе нужны.
Как видим, здесь у нас есть направление и причины. Идем далее. Ну, здесь вот опять повторяется то, что чтобы определиться с направлением движения, необходимо точно знать, где вы сейчас. То есть у вас есть желание, так? Но чтобы более четче осознать свои желания, необходимо мотив понимать, да? То есть видеть причину. Во всяком случае, чтобы ваше желание было более осознанным, скажем так. То есть вы понимали, почему вы хотите вот именно этого. Самое простое, что вы можете сделать прямо сейчас. Вы можете взять листик, взять ручку и записать в столбик основные жизненные аспекты, которые вас интересуют. То есть это работа, отношения в семье, там романтические отношения, карьера, деньги, там духовное развитие, все, что пожелаете. То, что для вас видно на данный момент, является важным. Да, вещь простая, избитая, вероятно, вы ее уже где-то слышали, читали. Но так, наверное, ни разу до сих пор и не сделали. Ну, скажу вам так, совершенно напрасно, потому что, скажу по себе, чем четче для себя ты что-то осознаешь, четче формулируешь, тем яснее ты, в общем, ты видишь решение любой задачи, видишь, более четко начинаешь видеть способы достижения каких-то целей. Ну, об этом еще будет немножко попозже сказано. Сейчас же необходимо сделать просто, да? Взять листик, ручку и записать, просто это для себя подумать и определить, какие жизненные аспекты для вас в данный момент являются достаточно важными. Вот. Это будет, скажем, забегая наперед, скажу, это будет ваш такой исходный, такой стартовая ваша точка. Отталкиваясь от этого списка, вы дальше будете, сможете, если захотите, то будете выполнять достаточно простые действия. Вот в данном случае от вас требуется приложить еще некоторое усилие. Достаточно простое, с одной стороны, с другой стороны, придется немножко напрячься мысленно, сознательно. Что это такое? Вот. Теперь предлагается вам взять и напротив каждой строчки с каким-то жизненным аспектом, который вы выписали, по 10-бальной шкале оценить, насколько комфортно вы себя в нем ощущаете, воспринимаете, чувствуете. То есть, насколько комфортно берет деньги, да? Как вот вы воспринимаете свое финансовое состояние? Вам спокойно, вы уверены в себе? Или отсутствие денег вас напрягает, вы чувствуете их постоянно недостаточно, нужно туда-туда, приходится откладывать, отказывать, экономить? По 10-бальной шкале, пожалуйста, вот оцените, что вы чувствуете в отношении данного жизненного аспекта. Вот. Потому что, ну, вам это будет необходимо позже, вот по каким причинам. Жизненных задач, вернее, как желаний, целей, стремлений у вас может быть много, да? Вот. За все сразу хвататься, ну, честно скажу, можете попробовать, но лучше начать с того, что более актуально, более весомо именно для вас, именно в данный момент. Данный список вам покажет, данная вот эта ваша оценка покажет, что для вас в данный момент наиболее актуально. Вот. Вероятно, это будут деньги. Вероятно, это будет для вас личное отношение. В любом случае, видя перед глазами данный список, вы четко будете видеть, что для вас важно. Не гипотетически, так вот, в фантазиях, в иллюзиях, а реально на бумаге, реально в цифрах. Вот, потому что все, что написано на бумаге, это самая сильная концентрация вашего внимания на вот именно на этих моментах. Именно в момент, когда вы пишете на бумаге, пишете рукой, вы максимально концентрируетесь и максимально можете точно, четко или описать задачу, или описать решение. Вот. На сегодня, в принципе, это пока что все, что от вас требуется сделать. Вот. И возвращаясь к теме данного урока, который звучит так, почему от знания того, что знают все, легче становится единицам. Вот. Стоп. Так вот, почему от знания того, что знают все, легче становится лишь единицам? Ну, на этот вопрос я могу ответить так, что все знают, все слышат, что стоит делать, что необходимо делать.
но лишь единицы реально что-либо делают. Я вам предлагаю хотя бы попытаться стать теми единицами, которые пытаются сделать хоть что-нибудь со своей жизнью. То, что я вам сегодня предложил, это достаточно простое упражнение, ну как, действие, очень простое. Но оно вам покажет немножко вашу текущую жизненную ситуацию в цифрах. Сделать это просто, как вы видите здесь, это так просто сделать. Это сделать так просто. Так почему же вы все еще сидите и ничего не делаете? Если вы пока меня слушали, что-то делали, ну, как говорится, респект и уважуха. Если же нет, данная аудио-видеозапись сейчас уже закончится, но я вам советую все-таки сделать небольшое такое, приложить некоторые усилия намеренно и все-таки попытаться свою жизнь описать. Далее, данный листик просьба не выбрасывать в мусорное ведро, ну а сохранить его еще на день, может быть, два. Когда вы получите следующее видео, я вам расскажу, что с этим дальше стоит сделать. Ничего сложного там не будет, все будет достаточно просто. Еще раз напомню, необходимо всего лишь делать хоть что-нибудь. Делать простые действия, но простые действия, скажем так, как правило, самые эффективные. Чем замороченнее и сложнее система, тем все получается менее эффективно. Вот.